Хабаровском крае пройдут мероприятия, посвященные окончанию школы. Последние звонки прозвучат для 12 тысяч девятиклассников и 5200 выпускников 11 классов. В этом году школы самостоятельно принимали решение, когда они будут проводить последние звонки. Поэтому торжественные мероприятия продлятся всю неделю с 21 мая. В образовательных учреждениях края последние звонки всегда были организованы на высшем уровне. Уверена, так будет и в этот раз, рассказала министр образования и науки края Алла Кузнецова. Она также отметила, что первыми окончания школы 21 мая отметят учащиеся села Найхин в Нанайском районе. 23 числа праздники для выпускников пройдут в Бикинском, Ванинском, Николаевском, Советско-Гаванском районах, а также в Хабаровске для ребят, закончивших 9 классы. Самые массовые мероприятия, запланированные на 25 мая, последний звонок, прозвучит в 10 муниципальных районах, а также для выпускников 11 классов Хабаровска и Краевого центра образования. Завершатся торжества 25 мая в школе села Дада Нанайского района. Кроме торжественных линеек, в общеобразовательных учреждениях края состоятся классные часы, чаепития, флешмобы, экскурсии, праздники на городских площадях и развлекательных центрах и дискотеки. Помимо этого, выпускники посетят места, связанные с историей края, возложат цветы к памятникам боевой и воинской славы, высадят деревья. По случаю проведения массовых мероприятий в регионе будут усилены меры безопасности. Сотрудниками территориальных органов внутренних дел МЧС России по Хабаровскому краю и учреждениями здравоохранения.